очередная распаковочка. Что мы прикупили? Хлеб, который у нас ночевал в машине, потом. Мы же ночевали одну ночь и думали, поедем, а не пришлось. И он уже подсох, но ничего, я его поджарю. Помидорчики. Так, еще половиночка хлеба, это мы взяли на всякий случай, думаем. А вот еще, да, хлеб. Вот это тоже мы брали, мы уже его поели в городе. Погрызли. Так, это Зоюшке хлеб. Она заказывала. Это ей. Сюда положу. Так, тут что, тут просто. Купила вот такую грудиночку. Зоюшка все время ее нахваливает. Берет. Я решила купить себе. И ей взяла. Где второй кусок? Тут я взяла кусочек поменьше. Она одна так. А теперь взяла кусочек побольше. Попробую прямо сейчас. Хочу прям попробовать. Так. Песок сахарный килограмм. Соль. Еще песок сахарный килограмм. Думаю, там рыбу сняли, да еще на палочке сняли, так надо время будет варить. Так, пусть будет. Ну что? Вот мне понравилось. Что бы тебе не понравилось, палочка? Какая благодать. Вот великое счастье, у кого такие мужики. Он ест все, кроме жареных гвоздей и мыла. Миска вкусная. А мне вот, я сказала бы так себе. Не Алешечки. А Палыч ест все. Поперчи, да посоли, да майонезиком сверху намажь. Так. Это не бекон, это грудинка. Нашего архангельского комбината. Северный бекон. Называется. Я ожидала большего, конечно. Че, че говоришь? Да мы с мамой сейчас слушаем. Надо тут еще за покупками говорить такие. И ты идешь. Я говорю, вспомни оно, вот и оно. Да. В магазин сходи. Купи. Привези, еще и принеси, итить, колотить. Еще и съешь. Говорю, Олюшка, придешь? Никакой Олюшки нету, Олюшка посуду намывает. Да. Ну так что? А то... Задолбались. Не покой хер столько ростите? Зачем столько выращиваете-то? Да тогда и не стани. Тогда и работай, сиди. Копайся, тебе опять... О, так ты начистила вон уж сколько, охрендеть. 5 ящиков начистила, 6, все уже дочищаешь. С чего? Вон еще 2. Вот это вот. Одуреть. Вот это вот. Да. Сивка-то. А, еще сивок. Это ты вычистила, да? Это ты, скажи, да, на репку. Это-то да. Да. Ребята уже увидели. А что не смотрите Малахова-то? Сегодня песни 80-х, 90-х поют. У нас вон песни. Да? У нас вот песни. Песня. Ясно, все с вами. Иди, Оля. Все с вами понятно. Вот сняла опять помидорчики, сходила. Это еще не все. Не влезли. Пойду сейчас из-под огурцов таз освобожу. И пойду еще снимать, потому что там полно еще их. Огурцов вот сняла сегодня столько. Огурцов опять целое тазище. Вот стоят огурцы, вот стоят огурцы. Сейчас вот в этот таз перевалю. Их нужно мыть и нужно обрабатывать. Все плакало, что огурцов мало. Теперь ешь не хочу. Так, ладно. Пойду сейчас помидоры. Вот, смотрите, сливка начала полосатая созревать. Вот их тоже надо снимать. Масявочек этих маленьких. Сниму вот этих маленьких-то. Я там поснимала, не видно там в тазу-то. Потом отдельно их достану. Викусе отвезу, они уже краснеть. Прям моментом начинают краснеть, уже снято это. Все нужно снимать. А вот эти лошади все висят. Записал, что у тебя за помидоры там такие висят? Большущие, я говорю, бычье сердце, большущие, здоровющие висят. О, лошадки. Три помидора на кусту. Тоже надо все снимать. Там два ящика больших, третий небольшой у меня лежат, краснеют, покажу. Вот эти тоже надо все снимать. Помидорчики. Вот тут
тут я поснимала сегодня, немножко поснимала. А вот там тоже далеки еще помидоры. Тут вон помидоры. Ой, господи. Все поперло. Поперло. Ну, вот столько сняла опять помидорчиков. Ну, получается опять с ведерка. Два таза. Огурчики у меня стоят. Накрученные. А вот такие уже маленькие. Вот они начинают уже поспевать все. Краснеть. А в комнате там стоят. У меня плюется. Сейчас у меня еще тут бардак. Он тоже ничего не заправлено. Вскочила, да побежала с утра. А вот тут стоят у меня голубчики. Но не цепляемся. Но. Тоже вот начинают краснеть. Видите, вот ящики я раскладывала. Ну, тоже надо уже их будет сейчас перебирать. Но сейчас вот буду я помидорами теми заниматься. Вот, ой, вон сколько уже снизу покраснело. Давно ли вот я их разложила в ящики? Вот это сейчас надо все перебирать. Вот эти уже покрасневшие все в одну сторону. Такие вот белесенькие в другую сторону сейчас. А сюда добавлю вот, которые сейчас сняла. Краснеют прям моментально. Здесь три ящика у меня стоит. Здесь тоже даже в верхнем уже начали. Вот видите, видите, что делается. Смотрите. Он гниет один. Вот это тоже надо. Это тоже надо. Убирать сразу же это безобразие. Вот. Сейчас я посмотрю. Займусь. Такие у меня мисочки, тазики. Буду сейчас раскладывать, перебирать. Все. Такие уже сюда можно. А нет, я все в одну складываю пока, а потом их снова тоже перебираю, перекладываю уже, которые спелые, поспелее. Даже можно вот так сразу раскладывать. Спелые, поспелее. Не совсем спелые вот туда. Ну, тоже уже начинает. Ну, пусть еще. Ну, тоже уже вот начинает бачок. Так, ладненько. Ребята, ладно, мне нужны две руки. Вот наотбирала. Сюда красненькие. Туда буренькие. И тоже сейчас их закрою, и пусть стоят в тепле закрытые. Доброе утро всем, дорогие мои. Вот хочу показать. Вчера сделала вместе с Палычем. Тут мне, конечно, помогал. Все чистил, обрезал. 5 баночек 3-литровых огурчиков. Поставила опять их на брожение. Вот. Здесь у меня вот 2 готовые стоят уже закрученные. Вот. Насолила свежепросольник. Сейчас будем пробовать огурчиков. Будем сейчас пробовать. Здесь у меня стоит с утра. Я поварила иргу на один раз. Сейчас я поставила ее до полного остывания. Нажарила хлебушка. Булочки с утра. Я очень люблю горячую булочку. Палыч любит тоже. Колбаски нарезала. Сейчас будем пробовать с вами огурчики. Свежепросоленькие. Три помидорчика стоят. Вот эти помидорчики. Сливка. Полосатая. Маленькие. Что-то я их не убрала сюда. Кинула. Но и спелыми сняла. Уже так не стала выбирать туда в общую кучу. Так. Ну что. Где у меня вилка? Достаем огурчики. У меня листья хрена сверху лежат. Вот огурчики. Палыч, чего угреб? Иди сюда. Будем пробовать. Огурчики будем пробовать. Хорошо. Собираемся завтракать. У меня цикорий, у Палыча чай. Мне неудобно одной рукой резать. Палыч, иди. Язык проглотишь. Вкуснятина. Смотри-ка. Одной рукой толсто режу. Я не люблю толстое. Я люблю тоненько-тоненько все, чтобы было нарезано. Что бы то ни было. Хлеб, там колбаса, сыр. Кто-то любит толстые куски. А я люблю все тоненькое. Пробуй. Вкуснятина. Толстых не люблю, конечно. Я сейчас нарежу двумя руками тоненько-тоненько. Хорошие огурчики, хорошие.
Он вчера попросил меня. Я стала делать. Извините, ребята, жену. Сейчас прожую, договорю. Стала он. Ну, хоть свежепросоленьких насолил. Я говорю, ну вот сколько останется свежепросоленьких. Банки, говорю, сейчас заполню. Сколько останется. Сейчас, Сережа, я еще достану. Вот. Ну и потом я сходила еще, нарвала остатки. Маленьких, меленьких. Сходила. И вот такую кастрюлечку небольшую насолила. Свежепросоленькими. Держи. Тоненько режь. Вкусные огурчики, конечно. Так что все в заготовках. Держи, Сереж. В заготовках. Сейчас у меня вот это остынет. Я снова поставлю. Раза три, чтобы оно у меня принялось. И по стерилизованным баночкам разложу. Посмотрела в интернете сегодня, как делают джем из ирги. Ну, тоже мне понравилось гораздо быстрее, чем варенье. Ну, я уж начала варить варенье, поэтому тут будет варенье. На будущий год, если будем живы да здоровы, то сделаем джем. Ну, ладно, ребята, садимся. Завтракать, там сыр еще есть, можно сыру достать. Садимся, значит. Всем приятного аппетита, кто вместе с нами завтракает. Всем приятных просмотров, наслаждений, удовольствий. Видишь, как встречает меня подруженька. Поливает из таза. Привет, еще разок. Она стиркой тут с утра занимается. Я тебе булочку тепленькую к чаю несу. Ты же любишь жареную булочку тоже. Вчера это самое... Это... Скажи, так я скажу. С луком-то закончила? Ну, иди пока тепленькая. Вот, думаю, сейчас надо сжечь мусор. Ну, вот одно ведерко осталось. Ну, вся в заботушках опять. Да как иначе? Вся в заботушках. Как Лена быть? Ну, так. Ой, не говори лучше, девка. Ну, домой пойдем. Да, иди пока тепленькая, попей чаечку. Пойдем, и ты мне залезешь, холодильник отключишь. Ну, хорошо, ладно. Пошли. Гайку уронила, открывала, откручивала. В одной руке телефон, в другой руке блюдце. И уронила гайку. Сейчас пойду искать. Ой, ёшкин кот. Сивочек рассыплю. Лучок сохнуть. Доброе утро. Как тут наши огурчики поживают. Начинают потихонечку пениться слабенько. У меня 4 должны не постоять. Вчера сварила 2 баночки ирги, варенье из ирги. И вот такую еще кружечку. Осталась вот такая кружка на еду. Вот. Эти огурчики, не знаю, домой, наверное, надо увезти. Вот столько помидорчиков созрело. Сейчас сложу их девчонкам в дорогу. Так, и вот здесь еще. Маленькие сейчас выберу все. Вот, спелые им. А нам еще поспеют. Успеют.